Здравствуйте, дорогие друзья! И в этом видео я хочу вам показать, как перезимовала хурма. В прошлом году я высаживал хурму. Видео об этом я вставлю в подсказки в описании к этому видео. Можете посмотреть. Сажал я ее, пересаживал я в 7-литровые горшки. Вот они сейчас перед вами. Зимовали они вот в такой теплой грядке с керамзитом. Она находится ниже уровня земли. Горшки стоят в керамзите. И вот результат уже после зимы. В принципе, основная большая часть перезимовала. Есть некоторые экземпляры, которые еще пока не распустились. Ну, не знаю, буду наблюдать, смотреть. Возможно, они проснутся. Ну, пока непонятно. Будем наблюдать. Грядка эта укрывалась. Про укрытие этой грядки я сейчас не могу сказать. Не помню, рассказывал, не рассказывал. Надо будет посмотреть, есть ли видео на канале. Если нет, то я сделаю вставку в это видео про то, как я укрывал эту грядку. Ну а сейчас я вам покажу ее поближе, пройдусь с камерой и покажу, как она выглядит на данный момент, на 13 июня. Я открыл ее достаточно поздно, то есть буквально, может быть, неделю назад. Были очень такие нестабильные температуры, май был холодный. И я решил ее пока не открывать. Она росла под укрытием, что, в принципе, она под укрытием и распустилась, и вот листочки прирост новый дала. Поэтому давайте смотреть, сейчас буду показывать. Так вот она выглядит. В принципе, очень даже неплохо относительно. Когда я в прошлом году ее перевез из рассады, поставил на улицу, совсем прям плохо все стало с ней. Она прям подзавяла, подуныла. А сейчас вот более-менее акклиматизировалась и даже дала много достаточно новых приростов и листочков. Надеюсь, она за это лето, вот даже видите, какой экземпляр есть. Прям приятно посмотреть. За это лето подрастет. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду дальше рассказывать про хурму и как она растет, развивается у нас в Нижегородской области. До встречи в новых видео. Пока.